Ну что, мы прибыли на остров, искусственный остров Трагир. И вот первое наблюдение, которое заметил наш капитан Олег Викторович, и мы все это подтвердили. Вот он, мост. Точно такой же мост находится в Венеции. Он точно так же связывает материковую часть Италии с островом Венеция. И он называется мост Конституции в Венеции. Как он здесь называется, я пока еще не знаю, но сам факт, видите, вода отделяет этот остров от материковой части Хорватии. Вот видите, мы уже первое сходство нашли, ну, в общем-то, есть и второе, ну, что Венеция – искусственный остров, так и Трагир – искусственный остров, который находится под Сплитом. Вот так вот он выглядит. Не полный фул. Достаточно редкая вещь сам все. Не полный фул, тут система координат, потому что остров. Остров Трагир. Форт, крепость, как она, Кармеленга, построена венецианским военным инженером из Бергамо. Мы на искусственном острове, еще раз напоминаю, самое пекло. Соединяет остров два автомобильных моста, вот они, и один пешеходный. Один в один Венеция, венецианские башни, без крестов. Перешел, они такие, yes. Два основателя Венеции, их всего пять, вот они, два изображены. Это центральная площадь историческая с кафедральным собором на острове Трагир. Ну, все венецианское, как видите, половины с рыцарскими гербами, нормандским орлом. Те, кто честно выполнял службу. Потому что там в царстве это небесное попадают только те, кто погибли слева с ветвью стоит. И только те, кто честно выполняли свой долг, честно служили. Так как погибших нет, они вот в монументах, в памятниках, то на острове на этом живут только те, кто честно выполнял свой долг. Это награда. Жить на этом острове – это награда. То есть это люди, которые поэтому они живут на острове, потому что от всех остальных отличаются тем, что они честно выполняли свой долг.
Вот смысл храма. И все это вот от начала жизни человека, вот Адам и Ева, то есть от его рождения, и вот дальше небесный суд слева, то есть сам флаг пиратский, как бы, морской, как бы, то есть поклонение смерти, как бы. И после этого вот это общество, которое сидит, судит, и тех, кого пропустили туда, мимо и они уже в царстве, ну, Божьем. А на входе вот эти все звери, то есть это... А это все вход в общество, это же криминальная хрень. Львы, сад, вот это Эдемский сад, вот львы, Эдемский сад, львы, Адам львы. И Ева стоят. Типа, вот, без греха, туда-назад грех, сюда без греха, только безгрешные войдут. И дальше просто слева суд. Там судят, ну, человека, как бы, и куда его, этого товарища. Это не бывает просто львы, а тут там какой-то лев на чем-то. Это целая композиция. Ну, есть такое понятие, которое называется терминальный язык. И вот здесь как бы он ярко, то есть вот смотрите, если посмотрите вот с этой стороны слева, тут крещение. То есть вот тут крещение, там где вот сам конце. Тут, и там же и купец стоит, вот сюда, когда я сфотографировал, там нигде крестик. То есть, как бы, по сути своей, это, ну, начало его земной жизни, а вход в храм, его духовной жизни. И, как бы, вот, как бы, дальше куда он пойдет? Назад из храма или в храм? То есть, дальше все понятно. Тех, вот эти двое попадут в рай, а вот эти, все остальные будут жить в нем. То есть этот остров, он только для, ну, только для нормальных пацанов, только для тех, кто честно выполняет, потому что здесь все, ну, вот в монументах, вот видите, на костях этого, которого расстреляли стрелами, помните, он стоит, как бы, на нем стоит, как бы, этот остров и порядок на этом острове. Видите, вот, Саша, если ты обойдешь, посмотришь с левой стороны, ну, два, видели. Наставник одна правда, книга другая правда. Помните, я вам говорил, Тора и тайна? У нас здесь вот, соединение Тора и тайны. Вот Тора и тайна, вот соединение.